Метеор оживает. Новая достопримечательность парка Прибрежный и всего нового города наконец получит второе дыхание. Почти 3 года теплоход ожидал реставрации, но сначала ремонту помешала пандемия, потом санкции. И вот теперь снаружи и внутри закипела работа. Вот он, красавец-метеор на фоне оживленного речного вокзала в Ульяновске 80-х годов. В Союзе эти теплоходы с крыльями ходили по воде постоянно. Легко преодолевали до 600 километров со скоростью 70 километров в час. А эти кадры – лето 2020-го. В наши дни «Метеор» уже музейный экспонат. Его доставляют с берега Волги в парк Прибрежный. Историческое событие для Ульяновска. Но впереди пандемия, позже санкции. Все это нарушает планы по созданию музея внутри теплохода и на 2 года выбрасывает за борт благие начинания. И вот, наконец, новость от дирекции парка. «Метеор» начинают реставрировать. К этому году у теплохода уже побиты стекла, обшарпана обшивка. Но за дело взялись мастера. Сейчас идет обдирочные работы. То есть старая краска снимается. И после этого пойдет уже, будут накладывать новую краску. Здесь вот уже мы попробовали, уже подобрали краски. Все ложится хорошо. То есть залезть туда наверх, мы это уже увидим, что часть сверху корабля уже покрашена. Даже можно немножко вон увидеть с этой стороны. Внутри заменят светильники, уложат новый линолеум, приведут в порядок сиденья и подготовят таки долгожданный для многих сюрприз. Здесь планируется в носовой части музей речного флота, дальше кафе. Буквально в течение месяца, я думаю, здесь появится современный безопасный лестничный марш. Мы нашли именно тех капитанов, которые руководили, скажем так, этим судном. Они будут помогать в оснащении этого музея. Дальше мы сотрудничаем с общественной организацией военно-морского флота. Они привезли уже ульяновский якорь большой. Он уже находится на промзоне на реставрации. И в этом году мы планируем там на Аллее Славы и для моряков открыть такую, скажем так, точку притяжения. Не только «Метеором» и «Аллеей» занимаются в этом году в парке Прибрежный. Здесь на днях планируют облагородить пруд, привести в порядок территорию с домиками для белок. Возле конного клуба появится детский картинг, а возле «Метеора» новые аттракционы. Само судно обещают открыть во второй половине лета. Ксения Грищенко, Михаил Державин, «Вести Ульяновск».